Украина всегда воспринимала Донбасс как регион, который приносит деньги. Потерять деньги, невзирая на сколько ты людей убьешь здесь, это для них основная проблема, это страшная вещь. Знаешь, прилетело недавно. Вы знаете, вот и были вежливые люди, а мы самые мирные люди. Мы всегда готовы дружить со всеми, кто не приходит к нам с оружием в руках. Если это будут разумные предложения в сфере экономики, в сфере торговли или в каких-то других партнерских отношениях, мы готовы разговаривать со всеми. Даже с тем правительством, которое на сегодняшний момент находится в Украине. Ну, конфет, кто будет. Ну, поднятие экономики – это основное. Потому что любая война рано или поздно кончается, а люди должны получать пенсии, это главное. Должны получать достойную заработную плату, должны обеспечены быть достойным медицинским обслуживанием, учебой. Это те сферы, в которые нужно, государство должно вкладывать деньги. Сейчас идут активные восстановительные работы по восстановлению шахт на территории Шахтерска. Это Шахтерск, Торец Антрацит, Снежное. Некоторые шахты города Донецка восстанавливаются.